Хотя нет. Так, вот здесь. Это подумал я. Наверное. Наверное, вот в этой, наверное, башне. Подумал я о том, что. Скорее всего, выполню задание это прямо сейчас, потому что. Гигабайтов пока нормально, так наснимал я. Всего-то 50 гигов, по-моему. А, нет, сколько. Ну, я имею в виду. Всего-то 40 минут я наснимал. Где-то 90 что ли, гигов, но вроде бы пока еще дофига места. Так что я подумал, давайте уже довершим миссию. Текущую. Вводите в электростанцию. Надеюсь, там-то не будет сложностей. Вот. Бежим. Так, надо поэкономить немножечко энергии. Сейчас. Так, вот это берем. Так, а здесь у нас сколько патрон? Так, а где у нас двустволка? Ага. Ну ладно. Круто. Чё ты такой живучий-то? Офигел, что ли, вообще? Да он вообще офигел. Так, дерьмо, мажемся. На всякий случай. И идем наверх. Не бежим пока что. Так, а здесь решетка. Чувак, как тут перелезть, не знаешь? Ладно, я, судя по всему, ты не можешь здесь перелезть. Так что давайте думать. Только я ни хрена не вижу, опять же. Блин, там, походу, здоровяк. Ладно, ничего страшного. Справимся. Используйте. Давайте используем. Хрена нету тут. Вау. Вот здесь решетка сломана. А мы здесь разве не были? Нет, мы не были здесь. Ах ты засранец. Придется на тебя автомат использовать. Промахнулся. До свидания. Так, и нужно войдите в элек. Вау, полегче. Взрывальщики. Давайте уж постоим здесь, поотстреливаем некоторых. Давайте этих. Раз. Два. Так. Ну и пока все. Ну и тут надо, нужно уже нам перебраться. Хотя там тоже можно перебраться. Камикадзе? Кто камикадзе? А, так подожди, я же уже их убил. Какой нафиг камикадзе? Это не камикадзе там. А, вон камикадзе. Пусть он сюда подходит, сейчас бомбанем его. Ну как, тебе нравится, здоровяк? Тут еще отмечен на карте. Крутая штука, однако, это винтовочка. Бляха-муха, фу, я ж вздрогнул. Он все-таки не сдох. Я так, я подозревал, да, он упал, я помню. А вот там бочечка. Смачно они подлетели. Сколько их тут много, так, посмотрите. Хорошо, хоть... Блин, патрон нет уже. Будем экономить. Хорошо, давайте вот так вот с этим долбиться. Ах ты, сука! Ой, извините, пожалуйста. Пипец. Да ёп! Может быть, стоит просто войти туда. Не нужно с ними возиться. Не хочу что-то. Еще охранник хренов. Как туда попасть тогда? Пипец, еще один. Надо думать. Может, забраться вот там, как в тот раз? Патрончиками, я вам скажу, не густо у меня. Лестницу никак нельзя поднять. Да, пипец.
Так, ладно, давайте быстро бобыром еще посмотрим. С той стороны что-то там есть. Так, вот здесь. Здесь как-то реально сейчас посмотрим. Да, тут лестница есть, но... Я бы по решетке забрался. Тут по решетке она, в принципе, несложно было бы. Так, какая-то антенна. Ну чё, как тут допрыгивать? Прыгать, что тут надо делать? Так. Думаю. Мне почему-то кажется, знаете, давайте используем наш пакетик. Вот сюда их заманим. Сам своего замочил. Ну что ж ты сделал? Давай, гори, гори. Так, пока они отвлечены, может быть, стоит спуститься, посмотреть. Здесь никак. Здесь тоже. Может, надо, чтобы он долбанул? Здесь тоже никак. Но если он долбанет, это бредово немного, мне кажется. Скоты, а? Тут написано, войдите в электростанцию. Я читаю все правильно. Здесь что-то. Здесь. А, так это этот, быстро бегающий. Тварь. Тварина. Здесь никак. Думай, голова, давай. Что тут надо сделать-то? Хорошо, давайте вот туда заберемся. Бошку ему отрубил. Ну что, попробуем допрыгнуть. Ну хрен тебе, какой тут допрыгнуть. Вот тебе и заминка, блин. Здесь никак. Ну что ж делать-то? Что уже делать? Что уже делать? Пипец. Я прям не знаю. Ну ладно, давайте думать. Сейчас надо посмотреть. Повнимательней. Так, ну давайте нюансы все. Значит, так. Время у нас застыло на месте. Как мы здесь не бегали бы. Итак, смотрим. Во-первых, у нас здесь дровяки. Они явно что-то, может быть, охраняют. Это я предполагаю. Во-вторых, бочки. Почему-то мне кажется, что здесь нужно что-то с бочками сделать. Можно ее взять? Смотрите, ее как бы взять нельзя, то есть еще минус. Непонятно, зачем они тогда. Ну, явно, что убить этих, но я имею в виду, если бы была возможность того, что можно взорвать этот вход. Но пока ничего такого, каких идей по поводу этого, по поводу взрыва входа у меня нет. Наверняка что-то очевидное, лежащее на поверхности. Так. Давайте сюда заберемся. И посмотрим, можно ли как-нибудь прыгнуть сюда со скалы. Очевидно, что нет, только спуск он там есть. Но я не уверен, что мы сможем по нему подняться. Даже если перепрыгнем, все равно в этом нет ничего путного. Ну, единственный пока нормальной идеей, мне кажется, это взорвать бочку. Больше ничего нет у меня. С этим ничего как бы нету. С ноги бомбануть мы не можем. Ну, двигать эту хрень тоже не можем. Вот как надо там. Электростанцию. Вот оказалось все как просто. Действительно говорят, не заберитесь, а войдите.
Значит, логично предположить. Не заходи. Только не заходи, пожалуйста, сюда. Чё включить? А, тут выйти можно. Не, нельзя. Все-таки войти сюда. А, так это только войти, а выйти-то где? Трансформатор, ты где? А, во. Вот как легко, друзья, оказывается. А я тупил. Жестко. Чё, это не трансформатор получается? А это, походу... Не, это счетчики. Сколько намотало, смотрите, электроэнергии. Да вы шутите, что ли? Неужели третий? Или я таким образом включаю их? Во, вот это да. Ща бомбанет это самое, электроэнергией. Я даже не испугался, потому что я его не видел. Спасибо, что отошел. Стоп, у нас даже область была отмечена. Так, что тут включ... А, я знаю, что. Все понял. Там вот щиток, по-моему, был, наверное, его. Нет, уйди, уйди. Су! Ну вот, этот пипец настоящий теперь. Теперь не знаю, как забраться, новая проблемка. Которую я до этого не мог решить. А. А, ну все, ясно. Сучары. Эй, ребята, что произошло? Я вспотел, честно. Даже чего нет, конечно. Мясо! Больше мяса! Ой, нет, только не моего мяса. Стоп, стоп. Да вы охренели, что ли? Не идёшь, твою. Мне ножик сломается сейчас. Вы охренели? Я не понимаю. Придется вас осматривать. Иди туда. Очки навык у нас. Как зерна сыпется. Так. Пипец, туда как-то пройти нужно. Горевший. Опчики, опчики, опчики. Можно было и так забраться. Ну вот, собственно говоря, подъем. И на самый верх, друзья. Бляха, вот тут уже это самое. Ну, забирайся-то по ним, или они острые, я чё-то. Давай так. Если ты так умеешь, это даже проще. Я там наверху вроде не вижу преград. Это круто. Теперь можем лезть на самый верх. Самое главное не пропустить пролет. А то мало ли. Да, вот уже тупик. Я смотрю, ты не боишься высоты. Теперь нужно самое главное. Блин, что за пипец. Да ёп... А. Что это было? Ёп твою, какого хрена это было? Нам еще выше, да? Здесь заколоченные эти лестницы. Так, а давайте попробуем ночного видения усилитель. Хотя нафиг. Уже игру забагал, и теперь нельзя пройти. Блин, просто я не вижу, куда дальше. А, так вот же. Чё я туплю? Самое главное только не упасть. Сюда.
знаю я. По-любому забудет. Дальше. О, все, здесь уже все очевидно. Вот ты негодяй, я руфер. По антеннам лазить-то. Блин, да чё я через текстуры, как читарас какой-то. Блин, ну началось. Самому не упасть. Что-то все, ничего нету здесь. Здесь все можно забираться уже на самом верху. Сейчас мы оценим видок. Время остановилось не зря, потому что сейчас уже давно должен быть рассвет. Может, сейчас закончится все это дождь, все это. Сюда, очевидно. Ладно. Правда, куда-то, по-моему, мы не туда забрались. Мне кажется, ну, ну ладно, давайте здесь. Нет, стоп, подожди, я же хотел... Я не понял. Так, хорошо. На это мы забрались сейчас. Дальше, выше. Нет, стоп. Я не сюда хочу. Дружок. Боюсь туда вниз сорваться, если я на это уже попрыгну. Может, куда-нибудь... Да, ну как так можно было нубски слиться? И прям в проход куда-то туда провалился. Пипец, да? Ладно. Откуда начнем-то сейчас? С того же места. Здорово. Уже рассвет, кстати. Ну блин, ну я не пойму, куда дальше-то? По этой явно никак. Видите, да? Смотрите, здесь наш... Смотрите, хорошо, на желтую. На эту. Дальше... Дальше куда? Дальше он сам забирается. Дальше я ничего не делаю. А может мы уже здесь? Да не, не похоже. Смотрите. Понятно, да? Согласитесь. Если взять, например... Хотя... Ладно, еще раз, если сдохнем, ничего страшного. Вот, все нормально. Значит, все-таки сюда надо было. Блин, дальше наверх или вот сюда? Пипец, вот это самое стрёмное. Потому что я не знаю, либо мы допрыгнем, либо нет. Мне почему-то кажется, что мы не допрыгнем. Ну, не знаю, давайте... Блин, я... А, так здесь это... Я думал, тут одна балунка маленькая. Балка. Чуть-чуть правее. И вперед. Все, здесь уже очевидно наверх. Другого пути нету. Чего? Чтобы выключить дождь? Тут даже закончился, заметили, я же говорил. Я как хорошо наблюдать за рассветом с высоты птичьего полета. А, вы слышите уже сквозняк. По-моему, это самая высокая точка. Обалденный, смотрите, какой флаг. Это же мы... А, все понял. А нафига я сюда залезал? Смотрите... А, подожди, так нам не надо было залезать сначала. Нам надо было вниз там. Я думал, на самом деле... Ну, он сказал же, залез, что я затупил. Наоборот, сейчас надо будет что-то там установить и, наверное, подать сигнал. Здесь у нас сохранение снова. Так. Вот. Ну, мы за флагом сгоняли, я, да, специально. Красотища, если бы не было зомби. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Ну, конечно, время остановилось. Блин, круто придумал все это. Oh, yeah?
water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my God. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Fucking signal. Oh yeah. Sam, are you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Туннель, опять туннель, блин. Благо рассвет. Ура, друзья, посмотрите, как тут прекрасно. Правда, вода что-то статичная. Итак, навыки. Смотрим. Ё-моё, сколько навыков. Да вы посмотрите. Необходимый уровень выживания. Научитесь делать кошку. Ух ты, кошку, это как Far Cry. Нужно помнить. Круто, а что с ней делать? Ну-ка, обучение. Охренеть! Охренеть, качаем. Только ее, наверное, собирать нужно. Тайника. То есть пока не сможем, да. Блин, а какая же обалденная игра все-таки. Ну, нормальная, я скажу. Я имею в виду обалденная функция, я это хотел сказать. Научитесь открывать мутантов под маскировкой. О! Это мы знаем, это круто, кстати. Ну-ка. В смысле, они меня не запалят или что? Обалденно, качаем. Круто. Качаем. Дальше. Необходимо чисто... Ага, это мы знаем. Ну, это вроде мы знаем. Так, дальше. Здесь у нас. Позволяет мгновенно освободиться от захвата Кусаки. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь полезное есть. Вот тут еще что-то. Ну, ладно, вот это берем. Следующее, что мы хотим, это... какого избавиться от заражения? От какого заражения? А, от зараженных, штурмующих ваши платформы. Чтобы использовать, нажмите Е. Сколько энергии, интересно, это расходуется. Ну, тут много навыков у нас, очков навыков. Это мы знаем. Ну, ладно, пока давайте сохраним все как есть. Все равно я всем этим пользоваться не буду. Здорово, я вам скажу. Очень круто. Надеюсь, сохранение прошло. Нам должно было пройти. И теперь нам нужно спуститься куда-то в пещеру, в какую-то гребаную бляха-муха. Давайте спустимся. Ёб твою. Ё-моё. Что это было? Пиявки или это водоросли? Что это? Аптечек нет. Фигово. Погнали. Туннель. Так, а нам... Подождите, нам, наверное, всё-таки... Нам вниз. А я куда-то... А, я же знаю это место. Прекрасный вид. Все, а теперь сохранение прошло точно. Давайте увидимся в следующей серии, наверное. Теперь уж точно.